еще раз. Центр Вашингтона, гостиница Хаят, который безлично сюда везде останавливался. И вот тогда я на нормальную парковку вот там около Хаята. Потом заявлял милицию, полицию, они на бумаге все написали, есть их официальный ответ. А сейчас вот приехал платить Вашингтон газ, квитанцию за месяц прошедший за газ. Плачу здесь, потому что там в интернете какие-то сложные счета. И вот эти парковки были заняты, привязал к этому столбу велосипед. Вот. И потом, значит, сейчас вышел, велосипед не пропал. Не знаю, кто его оприходовал. Вот такие дела. Сейчас буду думать, как выходить из этой ситуации. Вот так. Прекрасный, как 11-я улица, центр Вашингтона.